скажу, что... Сочинская служба спасения появилась на курорте 5 лет назад. Сейчас в ее штате 69 сотрудников. Многие из них – кандидаты и мастера спорта. Есть морпехи и десантники. Сегодня настоящие профессионалы своего дела подводят итоги уходящего года. Служба спасения провела 835 выездов. Оказана помощь 140 пострадавшим, 112 человек спасено. Уходящий год выдался непростым, особенно в летний период, когда в Лазаревском районе горел лес и в Сочи дважды выпали сверхнормативные осадки. Слаженная работа сотрудников ЮРПСО, МЧС, Кубань-Спас и городской службы спасения позволила курорту выйти с минимальными потерями и быстро реабилитироваться. За самоотверженный труд мэр поблагодарил каждого спасателя и поздравил их с юбилеем службы и приближающимися новогодними праздниками. Мне хочется пожелать всем нам и вам в первую очередь, чтобы в Сочи царил покой и порядок. И у вас было как можно меньше работы. Это первый раз или первому коллективу, которому я желаю, чтобы меньше было работы. Потому что всех остальных я мотивирую к труду. Крепкого вам здоровья, процветания, добра вам и вашим семьям. С праздником вас! В завершении встречи лучшим спасателем за образцовое исполнение обязанностей и заслуги в деле развития Сочинской службы спасения были вручены нагрудные знаки. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.